Всем привет! Смотрел пасеку и слышу, летит вертолет. У меня тут под деревом стоят отработанные ловушки, которые буквально пару дней назад словились раи, и я их пересадил, а ловушки поставил просто под дерево. И вот прилетел рой. Это, кстати, уже, по-моему, третий рой, который ко мне прилетает прям на пасеку. Я вон повесил рамку, но они на рамку не летят, а летят вот в ловушечку. Меня... Рой видно, что как бы небольшой, но тем не менее. На моей пасеке практически все отводки. Как бы и я их пересматриваю, у меня как бы и не видно нигде, чтобы так что в принципе вот так. С этим районом это уже восьмой рой, который у меня в моем арсенале. И кстати, повесил на крышу, вернее, затянул на крышу нуклеус, ну, как бы на 8 рамочек, он не нуклеус, а вот, и буквально тоже сегодня там начался активный лед, тоже пчел, подозреваю, что и туда прилетит. Когда соберется, поставлю его где-то на ящичек, вот там, пока он не облетелся. И он через день пересажу его. Он успокоится. И он даже в эту ловушку пытаются некоторые зайти. Класс. Это у меня за все время это первый, по-моему, раз, что как бы просто поставил ловушки на пасеке. Ну, я поставил их просто для отстоя. Планировал перевесить. Ну, походу даже и так они работают. Ловушки, как всегда, у меня с отходов USB, разного дерева с поддонов, это с прессованного картона, крыши и вот такие пленка и крыши с, это уже более капитально, с этого, с алюминиевого листа типографии. И пчелам, по моим наблюдениям, все равно, с чего ловушка, USB, не USB, ДВП, фанера, им все равно, они могут, походу, где им понравилось, туда и полетели. Так что, +1. Все, всем пока.